Более 1,5 миллиардов рублей сэкономили в Якутии на госзакупках. Об итогах за 9 месяцев 2017 года сообщил председатель Госкомитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Александр Попов. Из этих средств 800 миллионов вернутся в бюджет республики, а в последующем их перенаправят на поддержку приоритетных задач. Как отметил руководитель ведомства, анализ структуры закупок показывает, что преобладающим конкурентным способом определения поставщиков остается электронный аукцион. Этот же метод дает возможность экономить средства. Принято считать, что посредством аукциона надо как много больше получать экономии, да, это как бы показатель в том числе и итогов аукциона. Вот на сегодня по итогам 9 месяцев для государственных нужд после проведения запланированных закупок получена экономия в размере всеми заказчиками получена экономия в размере 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Это превысило показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличено на 25% или на 1 миллиард 200 миллионов рублей.